kisses all day, four kisses all day, four kisses all day, all the back on your knee. Наконец-то записал ее. Сейчас расскажу, как все устроено. Так, с чего бы начать? Ну, давайте с бочки. На ПО-32 у меня находятся вот такие паттерны. Есть вот такой паттерн с пропущенным первым ударом. Потом просто с ачейном. Здесь он раскачивает. И бочка с басом. Здесь я использовал два баса, один такой, второй глухой. Да, если вы хотите этот пак, вы можете поддержать меня на Патреоне, и я вам скину ссылку. Перейдем дальше. На ПО-33 я записал сэмпл голоса. Опустил его немного по питчу с помощью Эйблтона и завел через Line-In в тоник. Он тут красиво так разложился. То есть даже тримить не пришлось. Также вокал я решил совместить с аккордами, чтобы сэкономить место. В Эйблтоне я прописал в MIDI аккорды вот такие. И также завел их через вход как ваншоты. Сейчас покажу. Вот они. Все просто. Так, на следующем покете у меня хай-хеды. Тоже записанный луп под скорость 140. Да, кстати, этот хаб, он регулирует общий темп всех покетов. И здесь я продублировал те же самые аккорды, но немножко с другим звучанием, специально для припева. Вот так они звучат. То есть это такие же ваншоты. Сейчас найду их. И последний это спикер. Я его использовал как бас. Как сделать такой сложный рисунок? Очень просто. В Эйблтоне я прописал вот такую MIDI-партию. И потом я вот так прожимаю каждую ноту и подгоняю ее на спикере. То есть вот есть фа диез. И на спикере я ее ищу. Таким вот образом я прошелся по всей партии и забиндил ее. И также у меня есть две педали дилея. Вот одна у меня использовалась для хай-хедов в начале. Чуть-чуть, чтобы добавить вот этой атмосферы. И вторая педаль у меня для размытия как раз вокала и пианино. То есть как это звучит. Да, и тут классно, можно хвост настроить бесконечно. А, и еще не рассказал про тарелки. Мне было лениво их загонять в покеты, потому что здесь у меня еще есть партии, которые я не хочу сейчас стирать, потому что они мне пригодятся в дальнейшем. И чтобы закинуть эти крэши, мне нужно было как раз затереть какие-то паттерны. И поэтому в Эйблтоне я положил вот такие ваншоты тарелок. В целом ничего сложного, просто мне пришлось потратить какое-то время, чтобы подобрать бас, порезать сэмплы, подготовить это все, прописать все паттерны, чтобы во время игры мне не отвлекаться на то, где у меня вступает бочка, где у меня вступает синтезатор. Это я все автоматизировал, вот один раз заплеился в начале, у меня все пошло и так до конца. Вот такой у меня сегодня сетап. Так что если есть вопросы или хочешь узнать фишки и секреты, дай об этом знать в комментариях, я постараюсь снять на эту тему видео. Так что еще. А, и мы иногда устраиваем встречи фанатов Teenage Engineering. Так что если будешь в Москве и у тебя будет свободное время, обязательно приходи на Юный Техник. Чтобы не пропустить, подписывайся на мой инстаграм. Я там публикую анонсы о будущих мероприятиях. Следующее, скорее всего, будет в декабре. Приноси с собой покеты, OPZ, OP1, короче, все, что хочешь. Там можно будет и поджемить, пообщаться, познакомиться с интересными людьми. В общем, классно провести время. Так что до встречи. Peace.